Бальные танцы, настольный теннис, бокс, борьба. Все эти виды спорта сразу можно будет увидеть на спортивном бульваре в Чебоксарах 9 октября. Сегодня президенты спортивных федераций рассказали журналистам, как это будет. Зрелищному виду спорта, как бальные танцы на спортивном бульваре, отдали одну из самых выигрышных и видимых площадок. Танцевать будут на площади Республики и на Красной площади. На то, что погода будет теплой и ясной, никто не рассчитывает, поделился Сергей Фомин. Что предпринять, чтобы не заморозить участников, в ближайшее время придумают. Но горожанам на этих площадках можно будет не только любоваться танцорами. Это будут показательные выступления, это будут мастер-классы для горожан, для взрослых, детей. То есть и обучающие, и демонстрирующие мастер-классы. Таким образом ожидается синергетический эффект, эстетический и согревающий, отметил президент федерации. На площадках настольного тенниса тоже можно будет согреться и подержать в руках ракетку. Все желающие, пожалуйста, прям приглашаем, приходите, спрашивайте, покажем, расскажем. Пока обсуждали теннис и танцы, с тренировки подоспел президент федерации баскетбола. В рамках форума на Красной площади у нас будет проведен мастер-класс игроками как раз баскетбольной команды «Чебоксарские ястребы». Конечно, часть элементов из мастер-класса таких сложных трюков не будет проведено, но основное, основы баскетбола там будут показаны, и будет все это показано зрелищно. Зрелищными обещают быть все площадки. Однако помимо развлечения гостей форума и горожан, перед президентами федерации стоит и другая задача – встретиться с именитыми спортсменами и специалистами в своих видах спорта, обсудить проблемы, обменяться опытом.